Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня вашему вниманию предлагается наш новый видеокурс Чинши Тайцзишань 48 форм. Этот курс посвящен форме Чинши Тайцзишань с веером. Форма разбирается очень подробно, с различных ракурсов, для того, чтобы даже начинающие могли ее освоить. Хотя, конечно, лучше иметь базу стиля перед началом освоения любой формы с оружием. Итак, чуть-чуть попозже вы увидите фрагмент первого урока. И в конце я расскажу о том, как можно приобрести этот курс. Также описание будет внизу под роликом. Добрый день! Сегодня мы с вами начнем изучение формы 49 форм Чинши Тайцзишань с веером, или Чинши Тайцзишань. Эта форма была придумана мастером из Пекина, мастером женщины из Пекина Ма Чунси. Существует несколько форм с веером. Все они были изобретены в 20 веке, но мы в нашем клубе выбрали именно эту форму, потому что она нам кажется наиболее отражающей принципы тайцзи и наиболее гармоничной. Итак, сейчас вы видите форму вид спереди, фронтальное отображение формы. Посмотрите весь кусочек, который мы с вами будем изучать. Обратите внимание на натяжение рук, на наполненность, фиксированность позиций. То есть все базовые принципы тайцзи, которые мы используем в безоружной работе, в работе в формах с оружием, в работе с партнером, все эти принципы сохраняются и в форме с веером. Итак, если вас заинтересовал этот курс, можете обращаться ко мне в личку ВКонтакте, либо на мой email. Все данные будут в конце ролика и в описании под видео. Спасибо за внимание.